Всем привет! Это обзор пальто Harper бренда Mola. Представлено в нашем ассортименте в нескольких расцветках. Теплое удлиненное пальто, выполненное из переработанных материалов с заботой об экологии. Внутри утеплитель из эко-пуха. В модели высокий воротник, к которому на липучках крепится капюшон. Внутри подкладка из гладкого полиэстера. Застегивается на молнию. Внутри есть петелька, подкладка из гладкого полиэстера. Слева есть внутренний карман на липучке. Справа место для информации о ребенке. Слева на груди эмблема бренда. Эластичные манжеты на резинке. Есть два кармана на кнопках. Внутри мягкая, приятная подкладка. А на правом боку эмблема бренда. Внизу по бокам разрезы на кнопках. А сзади внизу светоотражающая эмблема бренда. Теплое, удлиненное и стильное пальто. Отлично подходит для прогулок в городе при температуре от минус 20 до 0 градусов. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinamama.ru.